Здесь, на открытом стадионе, по адресу Парквая 18, рядом с первым корпусом лицея номер 7, жители могут пользоваться беговыми дорожками, уличными тренажерами, футбольным полем и площадками для игры в волейбол и баскетбол. Открытый стадион отгорожен от лицея и имеет отдельный вход. По периметру установлены камеры видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный регион». За всем, что происходит на объекте, наблюдают сотрудники охраны образовательного учреждения. Жители микрорайона очень высоко оценили возможность тренироваться. И с первого дня, когда мы открыли стадион, приходили тренироваться. Здесь регулярно приходят ребята играть в футбол, потому что это, конечно, для многоквартирных домов, которые находятся рядом, самая ближайшая площадка. Много приходит уже возрастных наших активных долголетов, которые занимаются и спортивной ходьбой, и бегают на беговых дорожках. Все очень хорошо. Сегодня на открытый стадион пришли позаниматься активисты молодой гвардии «Единой России». Они провели здесь коллективную зарядку. Эта спортивная площадка дает большую возможность для занятия спортом, зарядки. Я считаю, что это необходимо для нашей молодежи. Есть места, где можно заниматься спортом, турники, подтягивания, брусья и также вот всякие элементы по типу вот змейки можно проходить. Футбольная площадка, баскетбол. Вот этим удобнее. Открытый стадион работает каждый день с 6 часов утра до 22 часов. Для посетителей разработаны единые правила поведения. Здесь запрещается мусорить, курить, выгуливать домашних животных, использовать спортивное оборудование не по назначению, мешать учебному процессу. Дети до 7 лет должны находиться здесь в сопровождении взрослых. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.